Короче, здоровый бургер, два коктейля, картоху и пепси. Все это у меня обошлось 300 рублей. Значит, меня обслуживала Юнус Дилдаракан. Я даже боюсь представить, что делали ее предки, чтобы им дали такую фамилию. Кстати, у нас за такие деньги можно поховать, поесть говна или жареный квасник. Это что кому нравится. Сейчас пришел в гостиный двор. Тут много всяких штук прикольных. Там всякие танцуют, прыгают. Завтра буду выступать тут. С виду немного поснимаю. Да чё ж хорошо. Да чё ж хорошо. А это же не важно. Да, заряжайся. Я пришел в музей на марш, за меня заставляют работать грузчиком. Все, я упоролась. Купил билет, сейчас пойду на какую-то тройку. В принципе, я когда на велике у нас по яме еду, такие же ощущения. Выиграл охуенные призы, которые стоят, конечно, больше, чем 300 рублей. Может сказать, не повезло, потому что я очень мягкий, я попал, мне было два захода. Первый я заход попал 2 из 4, второй заход я попал 1 из 4, но я считаю это не поражение. Потому что мне достаточно охренительные призы. Made in China, мы сейчас понимаем, Китай, сверхдержава. У них экономика самая сильная в мире, а они мне делают кубики. Браслет Adidas. Браслет Adidas это вещь. Все, я валю отсюда. Я сейчас иду в предприятие общественного питания Макдональдс. Так сказать, поп Макдональдс. Вы знаете этих попов. Они увидимо бордали на помойке, когда приступил на опаску. А тирак начался. Я упал. Здравствуйте, меня зовут Александр, и сегодня я хочу представить вам мою альтернативу. Как мы знаем, молодежь сейчас очень падкая на все новое, модное и популярное. И наша с вами задача – сделать модным спорт. Все хотят выделяться, и обычным велосипедом уже никого не удивишь. Именно поэтому сейчас нам приходят такие нестандартные средства передвижения, как дрифт-трайк, уницикл, рипстик. Но также твердо держат свои позиции ролики, трюковые скейты и самокаты. Мы построили единственный в городе дрифт-трайк и трехколесный велосипед для дрифта. И ребятам это нравится. В этом деле главное начать, и дороги назад уже не будет. Короче, я выступил. Сейчас пойду похаваю, и через 2 часа будет награждение. Я
вообще хрен его знает. Он такие типы были жесткие. Я в шоке. Кто сказал, что в Москве много хачей? Тут одни китайцы. Тут куча людей просто. Там, там вот. И вот люди стоят на мосту. Люди стоят на мосту, что я там делал? Просто как весело, что пришли. Там, в общем-то, там, пять человек разом прыгнули, и люди стоят. В честь протеста самоубийц. Они говорят, что нужно убивать самоубийц, потому что это грешно. С понедельника по пятницу колеса крутятся, машины катятся. Ты где-то там за бортом рулила своим кораблем, который так быстро в свой порт отправляется. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Это мне не нравится, и тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница. Если бы не пятница вечер, я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Это мне не нравится, и тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече. Вот, короче, закончился концерт. Я там выступил, награждение, все дела прошли. Теперь я иду по ночной Москве, можно так сказать. Ну, по ночной меня мама не пускает, это по вечерне. Пол восьмого вечера. Тут народу до хрена. Все восемь в это время, как говорится, город засыпает. Правильно говорят. Это как там? Moscow never sleeps.